канале Саня Гик Командор. И это первое видео по МТГ или Magic The Gathering. А сегодня будет обзор на колоды Плейнсвокера Враска и бустеры. С этого я начать с первого бустера, который я уже открыл. Это было давно я его открыл, сегодня. Покажу вам карты, которые мне выпали. Вот. Зеркальный образ. Вершина могущества. Это вроде мифическая карта. Здесь такая, она блестящая. Падение вот так выглядит. Так и выглядит так, как и всегда. Вершина могущества. Базовая земля — это болото. Артефакт — монолит. Силы корней — это заклинание. Призрачная форма — волшебство. Черный звездочет — это человек-механик. Богард Громила — это гоблин-воин. Рыцарский обет — аура. Чары — аура. Бурокрылый сокол — это птица. Дитя ночи — это существо вампир. Друид покрова — эльф-друид. Чем-то фокусируется, вот. Белокорые близнецы — это лесовик существо. Леонинский авангард — кошка-солдат. Провавший строй Максон — это слон-солдат. И вот такая вот карта — это фишка, существо, дракон. Знаете, такая штука, рекламка. Я обрадовался, когда не выпал первый дракон. Продолжаю обзор, и сейчас я открою эту колоду Плейнсвокера. Беру нож керамбит. Вот. Так приближу. Фокусирую, и все. Так, я коробку немножко порвал. Доставайся, вот. Там ничего. Так что все выглядит. Во. Вот сама эта карта. Враска — царственная горгона. Легендарный Плейнсвокер. Враска. Убираем в сторону. И сейчас посмотрим на колоду. Так. Вот сама эта коробочка. О, она вообще тяжелая. Такая картонка. А не Враска. Коробка тяжелая. И много всего. Два бустера. Гильдии равники. Вот. О! Инструкция! Инструкция и целая колода. О! Тоже правила игры. Так. Что-то у нас в правилах. Ой, тут много. Здесь даже сказано про Враску даже, да? Это не правило, это... Считай перед игрой. А, вот. А, вот, как это показано. Понятно.
Понятно. Сейчас посмотрим на колоду. Бустера в сторону отложим. Посмотрим на колоду. Во. Их много? Каменный взгляд Враски, это волшебство. О, земля. Болото. Понял. У меня же есть болото. Так, сейчас проверим. Может, это повторка. Или болото. У меня уже есть такое. Это разное болото. Такое болото. А это из сета уже. Понятно. Это базовые земли у нас. У меня, в общем, уходит такая ламка. Кламка. Кламка. Дальше тут карточки. Кламки я уберу в сторону. Вот так вот. Жук. Много тут этих. Служительница Враски. Понятно. Вот это все, это земли базовые. Все это базовые земли. Только земель много. И вот это уже карты. Основные обычные карты. Такой сет крутой. А сейчас мы перейдем к бустерам. Открывать мы будем целых 5 бустеров. Это много. 2 бустера гильдии Равники, Иксалан и базовый выпуск 2018. Советую начать с базового выпуска 2018, потому что он один только у нас тут. Вот так он выглядит. Там здесь на обложке Лилиана. Это тоже Planeswalker. Так же, как и Тезаред, который здесь. Вот прикол в чем. Я-то хотел купить Тезареда, но... Была там только Враска и другие персы, но я другого... Так, это что такое? Так, фишка-существо, дракон. Еще один дракон. Угу. Так. Базовая земля, это гора у нас. Оракул, обитатель тьмы, гоблин, шаман. Перчатка плута. Артефакт снаряжения. Кобыльница Лиан. О, именно лошадь. Исследование волшебство. Топлер. Волк. Волшебство, это пробиться. Верный тяжеловоз, это зверь. Невероятная выносливость. Многоноведное заклинание. Виашино пиромант, чародей. Стена тумана, стена, существо, существо. О, гигантский паук. Существо, паук. Да ладно. Так, доблестная кавалерия, это человек-рыцарь. Удушливые споры, мгновенное
заклинание. А, классно. Дракончик, и у меня еще один появился в этой, коллекции. Драконы, это круто. Мне нравятся эти драконы. Из МТГ. Изи мелька еще одна. Что ж, переходим к бустеру Иксалан. Там, надеюсь, попадется что-нибудь вот такое по-настоящему крутое. Так, не понял. А вот, открываем. Тут может быть не 16 карт, не 15 карт, а 16 даже. Клад, это фишка, артефакт. Какие-то фишки и рекламка. Фишка и рекламка, наверное, да, тут везде фишки. Гора, базовая земля. Мгновенное заклинание, это подстроенное крушение, здесь такая блестяшка она еще. Гоблин-пират. Что падает? Человек-священник. Элементаль. Человек-разведчик. Странный человек. Артефакт, кубок и Рофанта. Скайфольный громила, это орк-пират. Заклинание погружение в глубь. Мгновенное заклинание истребления слабых. Классно. Верный удар. Мгновенное заклинание. Что-то много заклинаний. Существо человек-пират. Динозавр. Аура. Человек-пират еще один. Вот такие карты нам сегодня выпали. Много хороших карт. Реально много хороших. Переходим к еще одному бустеру. Иксалан. Вот переходим к этому бустеру. И Горгона. Потом перейдем к этим двум золотым, такие прям крутые бустеры. Я их обычно называю паками. Мне так нравится. Бустеры или паки. Паки у наклеек вроде. Да. Паки у наклеек. Я их так называю всегда. А, вот наконец-то. Там тоже рекламка. Так. Так, убираем в сторону. Смотрим. Динозавр. Фишка-существо. Лес. Базовая земля. Человек-пират еще один. Кстати, он мифик, наверное, опять. Не разбираюсь. Артефакт-машина. Вампир-священник. Мгновенное заклинание, это рассечь на двое. Неведомые берега, это земля. Земля и базовая земля. Ну ок. Мгновенное заклинание, ритуал омоложения. Кстати, хорошая здесь... Получайте 4 жизни и получите... И возьмите карту. Классно. Волшебство угон. Дорогая добыча. Это мгновенное заклинание. Мгновенное заклинание. Недружественный огонь. Удачливые пираты. Человек-пират. Человек-друид. Это волшебство, правосудие легиона. И насекомое. Вот что у нас сегодня выпало.
И лес, конечно. Так. Переходим к самым крутым бустерам. Это бустеры гильдии Равники. Переходим к золотым пакам гильдии Равники. Начнем с бустера, где Горгона. Какой золотой, классный, мне нравится. Так, открываем. Первый раз, когда я купил, там опять реклама какая-то. О! Еще не все, это что у нас? Фишка-насекомая? Фишка-существо-насекомая. Блестяшка! Какая стенная преграда, существует скелет, стена. Она чё, легендарная, что ли? Чё? Классно, она так переливается, блестит. Земля, врата. Общество, товарищество. Артефакт, позвоночный разрыв. Существо, человек, шаман. Насекомое воин, чё, рили? Ужас. Что ужас? Много ужасов. Ой, это кто? Волшебство, дождь и день. Волшебство, зловонные испарения. Вурм, спорн, могущество. Вурм. Чё за вурм из Герсовора? Человек-шаман. Узы света, аура. Чё это? Краб. Нельзя есть краб. Вау. Мгновенное заклинание, верный удар. Аура. Фига себе. Офигенно вообще. Остался один пак. Ой, бустер. Все, последний остался. Надеюсь, в нем выпадет что-нибудь крутое, как скелет стена, которая блестяшка. Так. Ай-ча. Не понял, а вот. Золотые паки крутые, в них редкие штуки выпадают какие-то. Блестяшки. Опа-на. О, рекламка опять. Опять существо. Не понял. А это солдат, фишка, существо, солдат. Так, уберу это. В сторону пока. Так, тогда вообще уберу подальше отсюда. Так вот, чтобы вы видели, что мне выпало, да? Выпало. О, вот так вот. Земля, врата. Чары, заря, надежды. Существо, дух. Дрейк. Дракон будет. Что Дрейк? Змеевский жучий чувак. Насекомое. Человек рыцарь. Плесень зомби. Аура. Вот. Так-то. Агент темного клинка, человек-убийца, ассасин. Обжество, разрезанные нити. Мгновенное заклинание, твердое сердце. Ловчая сфера, аура. Гоблин. Кошка. Последняя. Это волшебство. Вот что у нас было сегодня на обзоре. Это много карточек. Прям много карточек. О. Magic the Gathering. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. С вами был Саня Гик Мадор. Адьос, убидос, элебидос.